Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем проходить Tomb Raider 2013 года. Так, в эту дырку мы вчера заглядывали, потом пошли назад. Потому что там были какие-то мужики. Вернее, кого-то толкали, да. Да не дергайся. Вот ты. Это точно мы видели. И молись, чтобы быстро убили. Я спасу тебя. Ох, боже. А, нет. Это ужасно. Что там? Кто это? Охереть. Ну ща, мы стрелой их. Оба-на. Так нельзя, не получится. Не получится, да? А жаль. Я бы их сейчас бабахнул. На шашлычок их. Прям сам раз. А, ну сейчас мы и организуем из них шашлычок. Пустячок. Это мое! Это люди, что ли? Нет! Пусти! Что это за звуки? Мне что с ними делать? Я хочу их взорвать. Я ж не буду с ними со всеми отношения выяснять. А у меня ничего кроме лука нету, да? Подожди. Вот. Ну чё? Куда он делся? Ну-ка. Тихо. А это? Давай, Лара, сейчас взрывать будем. Быстро. Уходим. Найдется что? Найдется. Вот так. Да. Новые мысли. Давай, солнце мое. Быстро. Ой, какой опасный уровень. Очень опасно все. Какой смене? Алло, ты что, тут газ? Я не согласен так далеко отбегать. А если не частицы подожгут это дерьмо? Черт, ладно. Ненавижу эту дуру. Так, я пойду проверю, а ты побудь здесь. Давай. Спасибо, брат. В смысле, вы шутите? Нужна помощь! Здрасте, жопа, Новый год. Тихо. Это очень опасно. Да что я должен делать? Я не понимаю. Да конечно меня убьют. Как это бред? Как это? Он идет, мне некуда бежать, я там просто задохнусь нахер. А, вот сюда. Это мой косяк, да. Клапан, можешь оставить следующий смене? Тихо. Я хочу доиграть. Я совсем про этот проход забыл, я же его видел. Стивцы подожгут это дерьмо. Черт, ладно. Ненавижу эту дыру. Я без огнестрела. Я пойду проверю, а ты побудь здесь. Спасибо, брат. Угу. Иди. Пошли. Эй, у нас проблема! Спускайся сюда! Сейчас я вас за это докажу! Он что, с концами ушел? Или вернется? Не хотел бы я этого. Так. Ну-ка. Кто-то идет?
Интересно, сзади его можно было подойти жахнуть по стелсу? Наверное, можно было. Вот того, который там остался. Эй, смотри, осторожно там. 4 стрелы. Сколько их там? Расслабься. Все равно проиграл. Ладно. Ах, черт, только не это. Так-так. Так. Ну-ка. Все получилось. Алиша, милая, не хотела кто я это? Этого писать, Райс. Но может так получиться, что другой возможности поговорить с тобой у меня не будет. Твоя мама, как всегда, вляпалась в неприятности. Мне придется уехать далеко и надолго. Я хочу, чтобы ты знала, все, что я делала в этой жизни, я делала ради тебя. Может, где-то я и напортачила, но не со зла. Мне больно думать, что если у тебя что-то случится, меня не будет рядом, и я не смогу тебе помочь. Если я не вернусь, разыщи Конрада Рота. Ты с ним никогда не встречалась, но он лучший из всех, кого я знала. Он твой отец. У тебя его улыбка. Ты самое лучшее, что есть понятно, у меня в жизни. Это на дочери я расписала. Очень тебя люблю. Это дочери. Так. Так, ну я так понял, что здесь очередные взрывы будут пещерные. Но по-другому никак. Нет? А что тогда надо? Я не понял. Так, подожди, что-то я упускаю, значит. Так, здесь. А это что? Так. А, вон оно что, катакомбы. Новый лагерь. Хорошо. Сколько у меня? 219. Нормально. Пока не надо. Стоп, а здесь? Пока не надо смесь оружия модернизировать. Так, понятно. О, как я мог это не заметить? Чё там? Похоже, начало 18 века. Веера из черного шелка – это атрибут погребальных церемоний высшей знати. Тут ничего такого не будет, никаких интимных нюансов, поэтому можно его не исследовать. И? Что это должно дать? Ничего? Ну давай. Сейчас вот клетку, скорее всего, эту скинем. Оу, не кисло, я так поранился. Что там, наверное, вот. Точность, вежливость королей. Прям елы-палы, дед напал, а по пузе нарыбали. Что это блестит? Я думаю, это какое-то сокровище. Отлично, давай сюда, Лара. Прикольно. Дерьмище. Я совсем забыл про запах. Все тихо. Что там? Вряд ли она здесь. Может, свалим? Нет, ну-ка. Нужно убедиться. Обыщем яму. Эй! Что-то сколько их? Эй, нас послал Николай. Он нам приказал. Вернее, эй, охранники эй. Передали. Мы лично его не видели. Ему... Они живые? Великолепно. Прекрасное шоу. В исполнении Ларисы Ричардовны. Прекрасно. Так, ну тут какие-то блестяшки, конечно же. Мы это все заберем, естественно. Мы с этим плотцам это не отдадим. А ты что, тут эту коробку не берешь? А, надо подойти под правильным углом, чтобы скрипт сработал. Что, здесь ничего нету? Ладно. Хорошо. А ну-ка,
Вот это мне зачем? Интересно эти газы. Команда газы под пещерой. Так. Опять кто-то. Судя по боевой стойке, да. Чуть-чуть. Так, дай-ка сейчас я. Стелс! Жесткий причем. Ты наше солнце. Так. Ты наш свет. Ты обещаешь. Одного вижу, второго вижу. Своих детей. А если ты туда жахнуть? Забудь. Явись и укажи нам путь. Теперь ваше место. Так, среди нас, братья. Вознесите хвалу императрице солнца. Тихо. Если я вон туда жахну, что будет? Вот в эту пещеру. Они выживут? Мне просто интересно. Вот сейчас. Здравствуйте. Нет, они не выживут. То есть. Тихо. Извините, что помешал молиться. Я ж не хотел. Я обиженная, недотраханная женщина, у которой подружку надо спасти. Да, такая вот хрень. Что это, эти фрукты? Они зачем вообще? Что это дают? Опыт просто. Абсолютно беспонтовый, бестолковый сбор фруктов. Так, стрел у меня максимум. Но это меня радует. А здесь что я взрывать буду? Видимо, решетку вот эту вот. Да. Так. Ага. Подожди-ка. Что она там двигает? Вот так. Ой, хорошо пошла. А, нехорошо пошла, я пошутил. Нехорошо. Я могу погибнуть. Лара улетет моим отсюда нахер. У, какие бабахи лютые. Лара. Ну, игра. Быстро. Давай, радость моя, ты сможешь. Так. И никто ничего не слышит, в смысле? Давай, сукин ты сын. Тихо. Когда я выберусь отсюда, я засуну твои стрелы тебе в задницу. Так. Бойкая бабёнка. Это моя команда. Эй, не доставай. Мы тут на службе. Чёртов идиот. Клетка — это уже перебор. Перестраховывается с тех пор, как сбежал старик. А мне! Что? Вот дерьмо! Ну все, это херово. Потому что у меня огнестрела нету. Все туда! Окей! Не вытянуться! Нет! Все? А? Рэмбо, я Рэмбиха. И оторвала Лара. Как ты сюда пробралась? Мне помогли. Оторвала Лара. Да. Его больше нет. Ну да хер с ним, вытащи нас. А я думал, ему все нипочем. Он сражался до конца. Благодаря ему я здесь. Здесь скоро будет спасательный вертолет. Я знаю, что Сэмми держит отдельно, а Уитман где? Надеюсь, не в гостевых палатах. Видать, мистер Шоу выпросил комнату получше. Найдем его. И Сэмми тоже. Но отсюда мало что можно сделать. Сэмми там на жертвоприношение было.
что, так. Давайте попробуем еще раз. Ну-ка, подожди, ребята. Пока пробовать. Так, внимание! Беспомощность. Вместе! Что вы там делаете, идиоты? Что вы там делаете? Так. Лара, здесь происходит что-то странное. Мы слышали разговоры о духе солнца. Императрица солнца, владычица Яматая. Да ты что? Яматая, членатая, мне похеру. Считаешь, это Яматай? Да, похоже, это правда. Так, подожди, ну, здесь... Что-то. Все же нашли это место. Здесь. Не то, что я ваше, видел да, вентиль. Да. Где он был? Недооценка года. По-моему, вот здесь, да. Сэмми как-то связана с этим. Местный вождь считает ее... Она ж там племянница. Прекрасно. Или кто она там? Тут есть свой Чарльз Мэнсон. Его зовут... Бедная Сэмми. Вот так. Чивас, Хиривас. Так. И чё теперь? Едва держится. Пол уже ходуном ходит. Да. Не думай об этом. Пошли. Просто вытащи нас. Отлично. Прыгай. Мы не будем растать. Так. Давай, давай. Чё-то гарахнем. Непонятно зачем только. Подожди, канука. И... Тихо. Подожди, а что мне это дает? Я не понимаю пока. Получается? Нет, пока. А сюда я не могу запрыгнуть? Ну, здесь не за что цепляться. Стоп. Что такое? Ну не знаю, что она не хочет. Вот так, наверное. И потом туда. Вот. Вот, 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 вот. Две одновременно. Хорошо. Птенчик. И он аж так меня называет. Птенчиком. О, черт, у нас проблема. Хватайтесь за что-нибудь. Давай, Лара, лезь. Полностью под руку ходишь. Посмотри внимательно. Внизу вообще нет никакого пола. Надо выбираться. Давай, 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 давай. Черт, как не годится. Сейчас выберетесь, пупсы никчемные. Лара, только осторожно. Так, дальше что? Подожди, а что требуется-то от меня? Я чуть не понял. И... Стреляй, стреляй! Куда стрелять? Его так, чтобы сдвинуть противовес. А, господи, что я туплю-то? Давай. Что бы ты ни делала, давай быстрее. Давай, сейчас. Так. И вторая нужна, я так понял. Вторую нужно открыть, да. Вот и гарахнуть и все. Там от души все будет. От души просто. Ну-ка. Этого мало, Лара! Ну сейчас попробую в обе каким-то образом стрельнуть. Вот так если. Нет? А так если. Лара, не думала, что скажу такое, но нужен взрыв посильнее. Ну так а я что пытаюсь сделать? Их здесь две. Но они упорно не хотят взрываться. Ну дайте возможность взорвать. Но я в курсе, я что и пытаюсь сделать. Каким образом это сделать, хер его знает. Не понимаю я. Сразу жахну другие трубы. Как это сделать?
Нет. Подожди-ка. Не-не-не-не-не, только ты тут умирать тебе не надо. Вот так. Бау. Прям четко раз и все. Приземлились, и они упали. А ты как хочешь. Где есть выход? Так, а здесь что, где? А. Давай. А я думаю, где мои эти лесенки, пердесенки? Подождать надо было. Давай, 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 давай. Хорошо. И сейчас все взорвется. Оторвалара. Мы на свободе, но здесь все рушится. Я назначил место встречи сразу за мостом. Вертолет скоро прибудет. Чё? Что у Уитмана? Найдите сцену. Тихо, дайте мне выйти отсюда, и потом что хотите, то и делайте. Давай, 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 Лара, сваливаем отсюда. Тут что нахер горит? Крепость братства какого-то. Пролазь туда. Лара, уходим. Уходим, уходим, уходим. Что там? А с ними воевать и не надо. Тихо. Тихо, тихо, Лара. Мы просто идем дальше. Давай, тихо. Лара, давай, 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 не будь говном. Что ты делаешь? Быстро. Хорошо. До свидули. Так, теперь. До свидули. Спасибо, ребята, что приняли удар на себя. Ребята, гриль. В смысле, а что здесь? Матиас. Ну, что ты на него компромат ищешь? Никто не уйдет. Это я слышала перед крушением. Обряд из гробницы Пимика. Почему он так интересует Матиаса? Лара, ну там все горит как бы. Пошли. Так. Хорошо. По мне еще кто-то стрелять что ли будет? Так, все? Да, вроде. Лара, ну давай, давай, родная. Нам улепетывать надо. А мы тут прям с тобой засели. Так, стрел у меня максимально, отлично. Ну, с лучком нормально получается так бегать, прям вообще ништяк. Уитман. Как ты выжил, мудак? И вы? То есть, как вы? Что случилось? Это тоже это очень интересно. Вам не угрозу и разрешили ходить почти свободно. С какого хера? Вы знали, где остальные? Да. Сами схватили. Но что я мог сделать без оружия? Это братство.
антропологическое чудо. Ну понятно, да. Они чокнутые убийцы, доктор Уитман. Да, нам чудо. Всем нужно выбираться отсюда. Да, конечно. Я посторожусь здесь. Иди посторожи. Скажешь, как там что? Говно мутное. Ну-ка. Полагаю, ты не совсем понимаешь. Ты избранная Саманта. Какая Саманта? Сэмми, это большая что ли? Честь для тебя. Для всех нас. По голове ему ледорубом нельзя. Кое-кто уже начал сомневаться, что мы тебя найдем. Но ты здесь. Послушайте, я знаю, что вы считаете меня особенной. Но это не так. Я не хочу быть избранной. Не имеет значения, чего ты хочешь. Им пох, что ты хочешь. Вот так. Кровь Пимика течет в своих жилах. Думаю, ты это знаешь, Саманта. Зачем все это, Матиас? Это же сумасшествие. Ты ищешь причины там, где их нет. Когда-то я тоже сделал эту ошибку. Тогда я думал, что сюда могут дойти корабли и долететь самолеты. Я просто хочу домой. Я хочу, девочка. И много лет ждал этого дня. Я жил ради него. Ты думаешь, я не пытался бежать отсюда? Это невозможно. Мы все здесь в ловушке. Но ты, Саманта, в твоих силах освободить нас. Многие отдали свою душу за этот дар. Огонь все разгорается. А вторая девка исчезла. Надо с этим кончать. Дмитрий, сторожи ее. Лара! Боже мой, ты здесь! Я уже решила, что схожу с ума. Все хорошо. Ты бы еще громче заорала. Мое оружие. О. И как теперь отсюда выбраться? Все надо уходить, пока он не вернулся. Все вернули. Уитмен! Уитмен! Черт, где же он? Да мудак он. Уитмен этот. Беги, Лара, беги! Сядьте! Беги! Тронный зал! Оторва Лара. Лара! Лара! Так, я с ними остался, беги, насколько беги. Я понял. Я найду другой выход! Да! Я их почекрижу. Сучата. Так. Кого, меня ты поймал? Хер ты что там поймал? Мне он не нужен. Так. Да я... Так, ладно, это было очень тупо, но сейчас. Готов. Где это говно? Тихо. Так. Готов. Не-не-не-не-не-не-не-не, родной, ты чё? А чё они взрываются? Они с этими, что ли? Так. У меня закончились автоматные патроны, что ли? Кто это? Избранная сбежала! Так, понятно. Ай, подожди, я не в того стрелял! Тихо. Ну это капец, я не в того стрельнул. Ладно. Так. Все. Вот так.
Там дробаш нужен был, он решал. Так, теперь. А я с автоматом по дуре стрелял, а не в того. Вот я вижу свет. Я вижу свет. Так, отлично. Теперь валим отсюда нахер. Избранная это эта, да? Сэмми. Вы задрали уже, реально. Офигеть, с двух выстрелов я не убил их. Это очень странно. Что-то я часто стал гибнуть. Это никуда не годится. Все. Налажал я жестко в этой серии, конечно. Думал, из дробаша решу все вопросы, ни хера не решил. Чё? Секира у нас начался, что ли? Да. Да это капец, сваливаем отсюда. Ну-ка. Ещё мне тут не хватало гибнуть, чё за бред? Я вообще-то у него дальность выстрела увеличивал. Дробаш меня разочаровывает. Как-то прям. Раньше радовал, сейчас разочаровывает. Ну-ка. Отлично. Теперь. Так, теперь идет это говно. Перезаряжай. Давай, наверное, на какую-то более широкую площадку. Где есть широкая площадка? Здесь ее просто нет. А тут вообще огонь. Все. Да, столько бежать. Что потом в итоге его с полуоборота свалить, попасть в КТЕшку. Ну это было очень тупо с моей стороны, но я лажал в этой серии, я согласен. Так, бери. Тут больше ни у кого ничего нет. У тебя 723 детали у меня уже. Это прям круто. Вперед, да. Все! Найдите избранную! Пулемет? А это моя! Все жаждут моей крови! Так, подожди-ка! А! Сестра, давай. Да. Так. А если вот так? Я не убил его? Так. Вот так вот, сквозь пулемет. Сквозь пулемет. Теперь хорошо это было. Подожди. Я не сразу по... Я убил его, я просто не сразу понял, что это от меня требует. Думаю, что это херня. Так.
О! У меня теперь оптический прицел? Вот это охереть. А, гранатомет. Так, при прицеливании, чтобы разрушать металлические преграды. Понятно. 5 гранат, хорошо. Что еще? А продолжается войнуха? Тихо. Я тоже так думаю. Так. Тихо, тихо, тихо. Ага. Сколько их там? Мудаков этих. Так, ладно. Но у меня же есть гранатомет. Все? Так, отлично. Кто там еще был? Кто-то там еще был? Так, отлично. Игра, ты как бы... А, вот он. Тихо, тихо. Прям сносят. Все? Всем бояться, у меня гранатомет. А, ему чуть-чуть надо было, да? Все? Он живой? Ну, это вообще охереть просто. Все? Или еще здесь кто-то есть? Ну-ка. А, все? Что это было? Ну, она вроде как оружку положила уже за спину. Так, у меня полно гранат. А, вот, крепость братства. О, у нас одни навыки. Ну, давайте сейчас прокачаем навыки и закончим серию. И с оружкой разберемся. Так. Здесь что это? Что? Замечательно осматривал битв. Так, это... Не совсем я понял, что это. Так. Тоже это я не могу открыть. Во время удачной контратаки после уклонения вы можете мгновенно убить. Да это херня какая-то. Все, абсолютно. Это... Давай вот это сделаем. Больше боеприпасов. Это хорошо. У нас сегодня серия затянулась. Затянулась, да. Так, и запчасти. Так, здесь. Давай, чё. Так, стрельба в новом режиме очередями по 3 выстрела. Это давай. И у нас там еще должно на что-то хватить, да? По 3 выстрела. Получается, что все, пистоль полностью прокачан. А, нет, еще нет, не полностью. Ну, в любом случае, достаточно значительно уже. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на инстаграм. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.